Вы скажете, что вы ищете? Ну, по какому подозрению? Вчерашний день. Вот видите, вчерашний день полицейский ищет. Давайте познакомимся с вами. Полицейский Войтович. Ну, ваше удостоверение можно? Конечно. Я могу ознакомливаться? Ознакомлюсь. Я могу ознакомиться? Ознакомлюсь. Я могу ознакомиться? Ознакомлюсь, я же скажу. Я говорю, я могу ознакомиться? Можете ознакомиться, да. Ну, предъявляйте. Я предъявляю телефон, опустите мне, можете прочитать, оно чем это запрещено? Чем это запрещено? Голос прочитайте, я говорю, чем это запрещено мне на видеокамеру зафиксировать ваше удостоверение у вас? Что там запрещенного, можно узнать? Ничего там не запрещено. Ну, почему вы отказываетесь? Голос прочитайте, оно зафиксуется, что не ясно. А я хочу зафиксировать на видео. Да то, что вы хотите, можете хотеть много, что хотите. Ну все, значит, тогда вы пошли, Виталик. Куда пошли? Пошли. Куда пошли? Куда пошли? Ну давай. Что сейчас там? Меня будет задерживать. Что давай? В автомобиль присядьте. Не хочу. То, что не хочу, а то мне... Руку убери. Да, уберите. Убери руку от меня. В автомобиль, кажу, присядьте. Убери от меня руку. Шел карбунки. Ничего, это мое удостоверение. Хорошо, я хочу его отдать Виталику. Но в кармане будет лежать. А я хочу его отдать своему напарнику. Я уже решаю, потому что вы затримали. Ты снимаешь? Да. Удостоверение верни. Удостоверение мое. Это моя личная вещь. Виталик, садись. Нет. Виталик, слышишь? А, да я же рядом тут. А можно вопрос? Мне как? Никак, вы можете быть бизнес, у вас нема ніяких питань. Не, ну я же его тоже не ставлю. Ну что, маленький? А! Да, я сейчас за тобой приеду. А вы, я извиняюсь, на Баумана 4 везете? А, Шам, я сейчас буду.